Закончился первый раунд. Красным углом отдыхает кандидат мастера спорта Аюбхан Бактилоров. Узбекистан. 2004 года рождения, боксом занимается 8 лет. За время занятия боксом Аюбхан провел 75 боев, в 70 выиграл. Призер чемпионата Узбекистана. Тренируется под руководством заслуженного тренера Узбекистана Батыржана Махмудова. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта из Кыргызстана Диор Телавардиев. 2003 года рождения, боксом занимается 6 лет. Призер первенства Азии в Дубае.
тренируется под руководством тренера Ахмаля Нуриянова. В данном соревновании готовил заслуженный тренер Кыргызской республики Умурзакулу Абдыганы. Final round. Ladies and gentlemen, bout number 10, winner by split decision of the